Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на сервере Родина Ролеплей, Центральный округ. Моник здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте видеть моник при регистрации. Итак, чуваки, сегодня будет у нас интересная серичка. Сейчас 8:30 утра. Утро начинается, пацаны, с кофе, а с добрых дел. Сегодня я раздам все свои деньги рыжикам на ферме. Сейчас рано утром, мы посмотрим, сколько людей там работает. И кто там работает, тому повезет. Я раздам, ну, грубо говоря, свои 250 тысяч раздам. Поэтому, пацаны, лайкосик обязательно ставьте. И заходите играть вместе со мной в Центральный округ. IP есть в описании, если что. Черепашки мои еще не выросли, я бы больше раздал бы. Но пока что у меня всего лишь 250 тысяч. Ну, грубо говоря, 249, неважно. 240 тысяч мы раздадим, 9 тысяч я оставлю себе чисто там. На мелочи. Я снимал одну серичку, как я раздал все свои деньги рыжику. В принципе, там, по-моему, 500 тысяч я раздал. И еще подписчики ему там накидал. Ну, было круто. Реально, мне очень нравится делать добрые дела. Помогать людям. И надеюсь, вам тоже это нравится. Поэтому поставьте, блин, лайки. Давайте поактивнее по родине, чтобы и серийки выходили чаще. Я специально стараюсь для вас, чтобы каждый день серийки выходили. Возможно, побольше по родине. Буду выкладывать видосы, если вы будете ставить лайки, и будут нормальные просмотры, хотя бы там по 300, по 400. Поэтому давайте, пацаны, поактивнее. Сегодня мы раздим, ну, все деньги раздадим не одному человеку, а многим, потому что сейчас лайн небольшой, в принципе, 102 человека, и есть, я думаю, те, кому нужны деньги и кто работает сейчас на ферме. Сейчас мы туда направляемся, когда уже доедем, я уже продолжу и посмотрим, кто же там есть. Так, я вижу, что там люди есть. И люди работают, так. Давайте к тому чуваку сначала подойдем. Их всех тут двое. Не, ну кто, пацаны, работает рано здесь, тот и получит деньги. Так, давайте подождем. Стой, так, стой. Стой, стой, стой. О, так, пай 21. 10 тысяч, давайте ему денег накидаем. Там еще чувак на комбайне есть, поэтому можно ему тоже денег накидать. Если это не читер случайно. Нет, мы ему деньги кидать не будем, потому что он какой-то неадекватный. Так, стоит, дружище, давайте я тебе еще денег дам. Так, пока машина моя не заспавнилась. Все, я ему дал денег, давайте, где моя тачка там? Бля, какой же еблан просто, я ру. Дайте я свою машину заберу. Просто какой-то еблан реально на этом, на комбайне. Я тут, блядь, деньги помогаю им, а он просто протаранил. Как бы, ну пиздец, что я могу сказать. Какой-то неадекватный чувак на комбайне, конечно, попался. А, он уже убежал даже. Ну понятно, блин, что я могу сказать. Плюс какой-то долбоёб, реально. Давайте такой скриншотик сделаем. Я думаю. Вот так вот. Все, заебись. Погнали дальше, может, на грузчики там поедем. Кому-то еще денег дадим. Потому что, видите, здесь мало людей. Так, на грузчиках никого вообще нету. Ну, давайте на вокзал поедем, что. Там пораздаем деньги. Вот, здесь много рыжика, видите, стоит. Вон, давайте Федору накидаем денег, может. Вот Федор здесь стоит. Давайте ему накидаем денег тоже. Я думаю, он будет не против. Так, чуваку на четверке дал. Ой, на четверке. И теперь давайте дадим таксистке денег. Так. Все. В принципе, все деньги мы раздали. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.